Сегодня, 26 марта, мы проводили форум «Твой карьерный путь» для студентов нашего института. Действительно, для МС это первый опыт подобных мероприятий, и как организации, так и проведения. По большей части все удалось, форум проходит отлично. Все студенты, которые сюда пришли, они по их отзывам не пожалели. Было очень интересно. А вот эта коллаборация возможна в виде форумов, и вот это все направлено для того, чтобы вот эту теоретическую, академическую часть обучения сделать максимально практикоориентированной, для того, чтобы вот это академическое обучение в стенах вуза имело такой максимальный прикладной характер. Был сегодня на мероприятии, мероприятие мне понравилось. Много было поучительных различных вещей, которые я услышал. Очень много чего, я думаю, мне пригодится на практике из того, что я сегодня услышал. В общем, я могу сказать, что доволен остался тем, что сюда пришел. Мне очень понравилось данное мероприятие. Хотел бы посетить еще и именно от Института международных экономических связей.